На челнинских дорогах сегодня сотрудников ГИБДД было больше, чем обычно. Наш город снова посетили высокие гости. В состав делегации вошли губернатор Кировской области Никита Белых и министр экономики Республики Татарстан Митхат Шагиахметов. Что заинтересовало гостей, узнаем прямо сейчас. То есть вы сейчас полностью работаете на КамАЗ? Я работаю только на КамАЗ, с КамАЗом договор. Первой точкой визита стал Камский индустриальный парк «Мастер». На этой площадке размещается почти 200 предприятий. Конечно, губернатору показали лишь 5 объектов. На каждом удалось пробыть не более 10 минут. Но челнинские предприниматели успели составить представление о Никите Белых. Солидный, крупный, сразу видно, произошел солидный дядька. Было желание с ним пообщаться. Правда, я думал, больше обычно приходят, задают вопросы. Как у вас, что у вас так? Ну, наверное, он уже осведомлен, поэтому, в общем, коротко и ясно было. Ну, такой интересный мужчина, веселый, позитивный. Вопросы, в общем, все как бы по нашему производству, то есть в курсе всех наших дел, я так понимаю, уже заочно был. Мы ему подарок подарили. Он очень обрадовался. Нашел общий язык кировский губернатор и с директором Mercedes-Benz Trucks Восток. Ну, I had a great impression of that visit. The governor speaks very well English. Английский был замечательный у губернатора. He's a very handsome guy, and it was очень приятный человек. So he's always welcome, and I like. Я всегда рад видеть его. If we get the attention from Russian Мне очень нравится, когда мы привлекаем внимание для России, то, что мы здесь делаем на производстве. Компания, которая очень быстро растет. Год назад мы начинали с 10 сотрудниками, сейчас нас уже 240. Посетить индустриальный парк Никита Белых пожелал сам, ведь с этим объектом уже связаны планы главы области. Я думаю, что мы будем привлекать Кипмастер в качестве или консультанта, или партнера для реализации проекта в Вятских Полянах. Есть моногород, который территориально намного ближе к Татарстану, чем к областному центру нашей области. В проекте нам нужны как раз партнеры и консультанты, и, возможно, даже некие там якорные, будем так говорить, резиденты, да, которые мы вполне как бы можем найти вот, собственно говоря, вместе с Кипмастером. О нашем городе Никита Белых наслышан от мэра Василия Шахразиева, а потому не посетить челнинские экспериментальные проекты не мог. В программу визита попали детский сад в 9-м комплексе и офисы врачей общей практики. Здесь доктора принимают не в поликлиниках, а прямо в жилом доме. Удобно и жителям, не надо далеко идти, и медикам. Они ведь тоже живут в этом комплексе. Смысл такой, что все-таки офис участковый врач общей практики должен быть рядом. Но идея проекта «Врачи общей практики» в 36-м комплексе губернатора не вдохновила. Зато возможность решить проблему нехватки детских садов путем открытия их на первых этажах жилых зданий пришлась по душе. Остается надеяться, что кировчане учтут не только плюсы, но и проблемы челнинского садика. Катерина Карцева, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.